И всем привет, друзья! С вами снова Кот. Очередное видео по игре Arma 3. Продолжаем проходить кампанию «Гибридная война». Следующая миссия называется «Изгнанник». После того, как протестующие захватили Белый дом, президент Защикович сбежал из него и скрывается на острове Нагоа. Нам нужно его найти. Ну, тут примерно описание задания. На борту самолета Дамаск Петрович. 3 мая 2021 год, 4:20 утра. Вообще в это время спать самое то. Что-то как-то мало народу летит. Похоже, прилетели. По заданию нам нужно уничтожить этот радар. Причем задание второстепенное, но без него ничего не получится. Но в то же время можно сделать проще, как сделал я. Вот эта установка нам не зря показана. Их две. Не выполнив это задание, вы не сможете улететь с острова. Ну а мы тем временем уже приземлились. Даем команду нашим агентам выходить. Выходим сами. И идем на автобусную остановку. Для начала нам нужно встретиться с агентом. Пикап, 300 метров, юго-восток. Противник, вижу вражеского стрелка. 100 метров, правый фланг. База, я егерь-1. Мы в аэропорту, прием. Вас поняла, егерь. Действуйте по плану. Отбой. Так, ну где агенты? Пускай садятся. Садись в машину. В автобус. Ну, солдат, вертолет, 400 метров, прямо на юг. Что указать? Да, там целая армия. Вообще, я смутно понимаю, как воевать с целой армией ради того, чтобы уничтожить эту антенну. Ведь помимо бойцов, с которыми можно разобраться, там еще куча БМП. Как минимум две БМДшки будут. Вот они, кстати. Также там БРДМ. ЗУ-23, по-моему, она так называется. Короче, зенитка. Тем временем мы приехали. Высаживаемся. Высаживайся. Сугроб. Здесь две пятиэтажки. Которые из? Начну с правой. Что за Перри? Что-то знакомое. Я думаю, не случайно. Да-да, не случайно. Так, тут нам нужно найти нужную дверь. Вот она. Так, что тут у нас? А, знакомая картина. Привет, привет. Мы тут немного заняты, как видишь. Напротив дома стоит белая Шкода. В багажнике есть все, что необходимо. Так, что еще?
В деревне Трошки найдешь Михалыча. Он скажет, где искать. Все, иди, нам тут работать надо. Все собираемся около белой Шкоды перед домом. Я взял ключи. Можно я выйду? Не-не-не-не, я так точно не поеду. Последний раз чуть диск варить не пришлось. Хоть смотрел бы на яму. Да хер вам всем! Назад садитесь. Где снаряга-то? Все в машине. База, база. Мы выезжаем в деревню Трошки. На встречу с агентом. Прием. Патроны кончились. Принято. Не забудьте про радар. Командир, это какой радар? В аэропорту который? Но там же гребаная военная база. А у нас вариантов-то не особо много. Если вертушка не долетит, будешь плавь хреначить. Кому нужен этот защеканец? Из-за этого полудурка, который не смог Васю держать, еще жопой своей рисковать. Защеканец? Защекович. Взорвать радар. Диверсия против чернорусской армии. Слышал поговорку? Когда гремит оружие, законы молчат. Наши явно не хотят, чтобы бывший президент попал в руки ЦРУ. Именно поэтому нужно ускориться. Вижу движение. Пулемётчик. Вот это первая цель. Вижу цель. Вместо радара. Перезарядка. Минус. Вместо радара мы уничтожим пусковые установки. Охрана у них небольшая. Это первая установка. Отлично. А вот там вот вторая. Вот она. Пулемет. 75 метров. Вперед. Пулеметчик. 75 метров. Сейчас вперед. Разберемся с охраной. Гранатометчик. 75 минус. Метров. Вперед. Вроде как. Будем надеяться. Гляди, какой живущий. Минус. И где-то должен быть третий. А вот он. Минус. Ставим взрывчатку. Отходим. И взрываем. Отлично. А вот теперь можно ехать в деревню искать Михалыча и Защековича. Ну или Защеканца. Это деревня? Судя по навигатору, деревня Трошки. Выглядит безлюдно. Я вот все думаю, Михалыч позывной или отчество? Фамилия, твою мать. Хорошая фамилия. Начальник, ты лучше бы по сторонам глядел. А вот это верно. Здесь опасно. Высаживайся. Все ясно. Готов. Будем действовать по-тихому. Ожидаю указаний. Вражеский солдат. 75 метров. Вперед. Михалыча взяли в плен.
нам сюда. Одного сняли. Еще один. Минус. Больше никого нету? Нет, чисто. Надо освободить Михалыча. Все, Михалыч свободен. Сейчас он нам что-нибудь расскажет. Спасибо, мужики. Если бы не вы, они бы меня убили, сука. Кстати, они ищут то же, что и вы. Точнее, искали. Ваш объект прячется здесь недалеко, в старом замке. Идите туда быстрее, пока его еще не нашли какие-нибудь ребятки. Командир, да после такой стрельбы сюда половина чернорусской армии сбежится. Тебя глянут, обосрутся и разбегутся сразу же. Чё? Тихо. Отступай. Вас понял. Идем в старый замок. Вот он. Начальник. Мне страшно, что это за конченые развалины. Это убежище Защековича. Правда, где он тут прячется, непонятно. Но я думаю, сейчас мы его найдем. Так, а вот и он. Нужно с ним поговорить. Господин президент. Майор Ребров, российская армия. Следуйте за мной. Я вас выведу отсюда. 5, 6, 7. Перейди в группу. Товарищ майор, моих телохранителей тоже нужно вывести. Не беспокойтесь. Всех заберем. Папи, чекал. Ага, а вот и защеканец. Шести, чекал. Да, нашли защеканца. База, я егерь один. Мы нашли объект. Нужна эвакуация. Прием. Егерь один. Вас поняла. Соединяю с весной 3. Конец связи. Егерь один, егерь один. Я весна 3. Мы на подходе. Расчетное время прибытия 5 минут. Прием. Где, блядь, 5 минут? Весна 3. Вас понял. Ждем. Противник. Минус один. Минус два. Вовремя я калаш на вал поменял. Все-таки он потише будет. Хотя тут уже без разницы. Не, ну тут наши агенты бегают, конечно, как будто бессмертные. Их там дофига. Минус один. Минус. С этой стороны глянем. Заходим на посадку. Прикройте зону посадки. Прием. Минус. А вот сейчас и посмотрим, прав я был или нет. Защекович, да ты вообще... Это самое... О безопасности-то не думаешь. На, Защековичу пофиг, он вертолет увидел, скажет, на, валить скорее отсюда. Да, я был прав. Достаточно было уничтожить пусковые установки. Просто я маленько знаю, как работает эта игра. Но на аэродром было попасть нереально, там его целая армия охраняет. То есть теоретически можно, но это очень сложно и очень долго.
Так, там какой-то контакт. А, они его сняли. Отлично. Идем к вертолету. Защекович самый первый туда, походу, запрыгнул. Но я, как обычно, подожду, пока все не сядут. И заберусь туда последним. Тут не попасть. Придется идти с этой стороны. Ага. Вот так вот. Ну все, полетели. Собираемся в ресторане, а, командир? Тебе лишь бы выпить. Вы еще долетите сначала. Почему бы и нет? Выпьем. И на этом миссия закончена. Ну а на этом пока что все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Кот. Поставь лайк. Не забудь подписаться на канал, а также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее прохождение. Всем пока!